Думаю, многие согласятся, что самая нелюбимая и нецелесообразная работа на огороде считается прополка. Стоит только перестать полоть, и сорняки за один садовый сезон могут испортить участок, над которым хозяева работали много лет, и это обидно. Сколько бы мы ни избавлялись от травы, она как на дрожжах растет без дождей и удобрений. Обычно к концу садового сезона огородники перестают обращать на нее внимание, и это понятно, ведь культурные растения набрали зеленую массу, а плоды стали крупные. В это время мы думаем, что можно забыть о сорняках. Однако мудрая природа и хитрые растения могут даже в этот период успеть сбросить семена, которые с легкостью прорастут следующей весной. Конечно, трава может быть не только врагом на огороде. У нас много материалов, где я рассказываю, что благодаря ей можно сделать компост или использовать зелень в качестве мульчи на грядках и в тропинках. К сорнякам я отношусь очень хорошо, но только до тех пор, пока они не превращают жизнь в каторжный труд. Сегодня мы познакомимся с таким препаратом, как чистогряд. Это пестицид. Выпускается он в жидком виде в разных емкостях и объемах. Помогает бороться с однолетними, многолетними злаковыми растениями и даже очень злостными сорняками. Главное его правильно использовать, чтобы не только очистить участок от травы, но и сохранить плодородие почвы. Во-первых, надо учитывать, что после обработки не должно быть дождя, так как вода будет размывать вещества и эффект снижается, а при обильных дождях и вовсе может пропасть. Обработку следует делать в безветренную погоду. Во-вторых, надо определиться, где мы хотим избавиться от сорняков. Если участок на окраине огорода и трава высокая, то ее желательно скосить. Это снизит расход средства и в разы повысит его эффективность. Скошенная трава будет испытывать стресс, а препарат, попадая на срез стебля, проникнет быстрее к корневой. Это ускорит действие чистогряд. Разводим его в соответствии с инструкцией. В-третьих, если это сорняк на грядке или в междурядье, то работать надо точечно. Многие злостные сорняки имеют длинную корневую систему, поэтому опрыскиваем непосредственно растение, ближе к корню. В случае, когда трава высокая, то по возможности срезаем стебель. Если работы проводятся ранней весной, то делать это не обязательно. Достаточно сразу обрабатывать желаемый участок. Не забывайте, что обработанную траву нельзя использовать в компост или в качестве мульчи. Ее надо сжечь или закопать в яму. Когда мы проводим весеннюю или осеннюю обработку, то после периода воздействия препарата, а это примерно от 5 до 20 дней, следует вносить полезные эффективные микроорганизмы, которые улучшают состояние и качество земли, а также повышают плодородие. Получить более подробную информацию о чистогряд можно на сайте производителя «Ваше хозяйство», а приобрести в Агросемфонд.